Этому барашку породы Мерина с 6 лет, и похоже, что его никогда в жизни не стригли. Сколько на нем шерсти, неизвестно, как предполагается, более 25 килограммов. Это заблудшее животное обнаружила семейная пара фермеров из Австралии Питер и Нетти Хазель. Барашек бродил в сельской местности Тасмании в 84 километрах от столицы штата, города Хобарт. Он плохо видел, поскольку шерсть закрывала его лицо, так что я подкрался сзади и схватил его. Потом Нетти и я посадили его в багажник фургона. В ближайшие дни барашку планируют сделать стрижку. Пара надеется, что количество шерсти превысит 27 килограммов и побьет предыдущий рекорд. На сегодняшний день самым мохнатым считался баран из Новой Зеландии. Когда его в 2004 году обнаружили прячущимся в пещере, то он выглядел намного больше своих собратьев. Животное назвали Шрек. Он отбился от стада и 6 лет избегал стрижки. Все 27 килограммов тончайшей шерсти Шрека тогда продали с аукциона, а вырученные деньги направили на благотворительность. Умер Шрек в 16 лет после трехдневной болезни. В пересчете на человеческий возраст он был 90-летним стариком.